Барселона продлила контракт с Пике до 2022 года. Манчестер Сити предложит 150 миллионов фунтов за Азара. УЕФА может запретить играть головой на детском уровне. Кейн первым из игроков топ-5 чемпионатов Европы забил 30 голов за сезон. Пеп Гвардиола: когда борешься за 4 трофея, нужны 22 топ-игрока, у Сити нет столько денег. Луис Энрике назван основным кандидатом на должность тренера Челси. Кавани — лучший бомбардир в истории Пари Сен-Жермен. Роналду забил 100-й гол с пенальти в карьере. Лампард снова отказался возглавить Оксфорд Юнайтед. Ковачич может перейти в Манчестер Юнайтед. Месси оказаться в запасе из-за ротации состава — не проблема. Решение принимает тренер. Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне получил трехматчевую дисквалификацию за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра кубкового матча против Севильи. Буффон может изменить решение о завершении карьеры по окончанию сезона. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. Барселона сыграет с Валенсией и Леганес с Севильей. Первые матчи состоятся 31 января, ответные пройдут 7 февраля. Пари Сен-Жермен начал переговоры с Бензема. Барселона будет получать 19 миллионов евро в сезон за размещение рекламы на тренировочной форме. Вопрос перехода Джека в Челси будет решен в ближайшие 24 часа. Абамиянг будет зарабатывать в Арсенале более 20 миллионов евро в год. Зидан: мое будущее в Реале зависит от матчей с Пари Сен-Жермен. Манчестер Юнайтед не отпустит Дехеа дешевле, чем за 100 миллионов евро.